Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Гребенчук. І зараз наш ефір буде присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та Дню боротьби за права кримських татар. Саме сьогодні, 18 травня, ця пам'ятна дата. Україна разом з кримськими татарами вшановує цей день хвилиною мовчання. І, власне, сьогодні в наших гостях голова громадської організації Кримсько-Татарський культурно-освітній центр у місті Дніпро Кемал Мустафаєв. Я вас вітаю. Пане Кемал, давайте дамо глядачам історичну таку невеличку довідку. Так, чому відбулася та за що? Як відбулася депортація кримсько-татарського народу? Доброго дня всім. Спочатку від імені всієї громади кримських татар міста Дніпро я хочу висловити дуже велику подяку за запрошення. А зараз для зручності я перейду на російську мову. Як було питання? А давайте дамо коротку історичну довідку. Чому відбулася депортація і коли? Депортація пройшла 18 мая 1944 року офіційно. Это, можно сказать, заключительный этап геноцида крымско-татарского народа, который мы знаем под названием депортация. На самом деле у этой трагедии очень глубокие корни, и геноцид начался со времен царской России, со времен Екатерины, когда произошла первая оккупация Крыма. И тогда на территории Крыма, по неофициальным данным, проживало до 5 миллионов человек. После первой оккупации происходило репрессии в отношении народа, и очень многие жители Крыма были вынуждены убегать от влияния царской России на территорию Румынии, Турции, а в 1944 году у Советской России появилась возможность полностью, как они считают, решить крымский вопрос. То, что сейчас они пытаются сделать, как они называют, украинский вопрос. Скажите, будь ласка, депортация, геноцид. За что? Второе столетие крымско-татарский народ борется за свою свободу. Почему? Здесь на самом деле достаточно просто понять за отсутствие полного и беспрекословной лояльности по отношению к захватчику. То есть какая политика России. Это уничтожение идентичности как и личности, так и целых народов. То есть, чтобы те территории, те народы, которые были захвачены, они поддерживали политику этого государства. То есть отличие нас, крымско-татарского народа, украинского народа, в том, что от российского народа, в том, что мы ценим нашу свободу, наше право выбора, как нам жить, как нам развивать нашу культуру, нашу интеллигенцию и как нам развиваться как народ. А Россия рассматривает свое население как товар, то есть у них отношение к людям как к товару, то есть они служат государству, они служат народу. Скажите, пожалуйста, предлоги могут быть самые разные для уничтожения. В данном случае нас обвинили в измене родине, как они говорят, в то время как большая часть мужчин находились на фронте во время Второй мировой войны. Депортация была по отношению к женщинам, старикам, детям. А когда уже мужчины возвращались с фронта, то они
вынуждены были искать свои семьи, и это была трагедия народа в том, что мало того, что те, кто остались во время войны, они во время депортации многие погибли и в тяжелейших условиях проживали, так еще и семьи разрушались из-за того, что люди не могли друг друга найти. Это происходило годами, десятками лет, когда люди могли возобновить свои родственные связи, и далеко не у всех это получалось. А насколько высокую цену заплатили крымские татары в борьбе за свои права, за свою нацию, за свой народ? За все время, в принципе. Ну, цена эта огромная, поскольку нас как народа практически не стало. То есть мы, так сказать, сейчас такая ситуация, что крымских татар на территории Турции и Румынии проживает больше, чем в Крыму и на территории Украины. Это вот такой абсурд. Насколько много... Да, вот в Днепре крымских татар. В Днепре условно около 100 человек. Вот мы здесь пытаемся поддерживать связь. У нас есть определенный костяк активных людей, это 10-15 человек. У нас есть представительство, офис. Вот. Как вы поддерживаете духовную и... так культурное наследие в Днепре? Ну, мы памятные дни у нас есть, наши праздники. Мы стараемся открывать языковые курсы, просветительские курсы. Вот. Дело в том, что народ, прежде всего, представляет интеллигенция. Вот. И для того, чтобы уничтожить народ, нужно лишить этот народ интеллигенции, что и происходило на протяжении многих столетий по отношению к нам. Можете ли вы сравнить жизнь крымских татар до полной оккупации Крыма Россией и после? Да, естественно, жизнь однозначно поменялась, если... так сказать, во времена независимой Украины нам позволялось восстанавливать, развивать свою культуру, открывались учебные заведения и была относительная свобода восстановления нас как народа, то после прихода России начались репрессии по отношению к лучшим представителям нашего народа, которых сейчас обвиняют в экстремизме, в терроризме, в непонятно еще во всем, под надуманными предлогами сажают на очень большие сроки людей. Или просто они пропадают без вести. Расскажите, пожалуйста, об отношении украинцев и крымских татар. Как оно меняется? Вот сейчас, какое оно? Сейчас, к сожалению, это происходит через трагические события. Ну, то есть у нас мы... народы, которые живем по соседству, и большую часть времени у нас всегда были добрососедские отношения. Как вы знаете, наш первый правитель был родом из Литвы, и мы значительную часть времени проживали вместе в одном государстве и поддерживали хорошие отношения. Один из наших крымских ханов был побратимом с Богданом Хмельницким. Мы вместе защищали наши общие границы, помогали друг другу в трудностях. Вы знаете, были, допустим, сражения под Конотопом, под Желтыми водами, была взаимная поддержка. К сожалению, в последующем украинский народ попал под сильное влияние имперской России, и таким образом...
по принципу политики «разделяй и властвуй», они старались настроить наши народы друг против друга. Но, тем не менее, все равно на бытовом уровне всегда были хорошие отношения. Ну, что-то изменилось после того, как Украина стала независимой в 91 году? Да, естественно, поменялось. То есть у наших народов появилась возможность развиваться как независимые народы от чьей-то воли. То есть политика имперской России в том, чтобы не быть, чтобы подавить идентичность другого народа, и чтобы этот народ был как винтиками системе, чтобы мы были всей частью этого имперского государства, а если мы отличаемся, то нас надо или перевоспитать, или, как они говорят, денацифицировать, или полностью уничтожить. Как много общих бед у крымских татар и украинцев? Ну, беды практически все идентичны, просто отличие в том, что нас, в отличие от украинского народа, не так много, и нас легче было уничтожить. С украинским народом такое не пройдет, несмотря на все попытки, на все стремления. Беда в том, что нас не считают, что мы должны проявлять свою волю, чтобы мы имели свободу, чтобы мы имели свободу личности, свободу как народы. Скажите, пожалуйста, какой он, крымский татарский народ? Опишите его. В нашей культуре, прежде всего, это доброе отношение к остальным народам и гостеприимность. Мы в нашей культуре, которая зиждется на религиозных понятиях, что Всевышний создал народы, чтобы мы познавали друг друга, чтобы мы учились у друг друга и чтобы мы помогали друг другу, а не навязывали свою волю и угнетали. Скажите, пожалуйста, какие отношения у крымско-татарской общины в городе Днепр и, да, с руководством Днепра и с руководством области Днепропетровской? Мы стараемся наладить контакты с местными властями, насколько это возможно, поскольку у нас есть насущные проблемы, как и бытовые, так и есть у нас культурное наследие. Здесь есть здание, единственное сохранившееся на территории Украины мечети. Сейчас там находится детская спортивная школа. По официально, документально, по указу президента, данный объект был передан в распоряжение религиозной общины, но физически мы пока не можем, там мы хотим туда перенести культурно-образовательный крымско-татарский центр, но пока вопрос со спортивной детской школой не решится. Естественно, мы не можем просто так туда войти. Насколько це важлива історична мечеть для вашого народу? Важно, потому что это наследие, то есть это часть истории и не только у крымских татар, но и всех народов Украины. То есть надо защищать свою историю, а не уничтожать ее. Да. А наскільки сьогоднішній день важливий? Памятный. Очень важный день, поскольку мы его никогда не забудем, и этот день, эта трагедия, воспоминания передаются из поколения в поколение, и мы не хотим, чтобы кто-то подобное испытал. К сожалению, в мире случаются различные трагедии,
среди народов, и мы сопереживаем боль, которая происходит в мире. Ну, то есть, когда уничтожаются целые народы, то есть по прихоти, по имперской прихоти других государств, как, например, это происходит в Сирии. То есть это не просто была депортация, это был полноценный геноцид. Да, это безусловно, это был полноценный. Он прикрывался различными предлогами, но это, естественно, это полноценный геноцид, поскольку нас не считали, нас считали потенциально опасными как народ. То есть дело в том, что мы как народы всегда взаимодействовали, и, скажем, в России у нас представители нашего народа были, можно сказать, из дворянского сословия в России. То есть даже если взять имена фамилии Аксаков, Булгаков, Карамурзы и так далее. Вот. Но у нас никогда не было отношения к, чтобы подавить или уничтожить чужую культуру. Ну, не чужую, а соседнюю культуру, в отличие от... То есть у нас не было имперских амбиций. Просто народ, який хотів формувати свою власну ідентичність, свою державу. Добре, ще до вас останнє питання. Пане Кемал, скажіть, що ви зробите першим після перемоги України та, власне, коли звільнять все ж Крим від російських окупантів? Побіда Україна і Крим освобождається. Що зробите? Ну, у меня очень большое желание вернуться в Крым и навестить всех своих родных, близких, поздравить их с обретением полной независимости. Как много у вас родных и все ли с ними хорошо сейчас в Крыму? Часть была вынуждена выехать, часть, конечно, остается в Крыму. Ну, люди вынуждены адаптироваться, приспосабливаться к проживанию, как это и раньше было, то есть и во времена Екатерины, и во времена немецкого нацизма. Ну, то есть такова жизнь, так происходит. І дуже дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Кемал Мустафаєв, голова громадської організації Кримсько-Татарський культурний освітній центр у місті Дніпро. Говорили, власне, про важливий для України так пам'ятний день сьогодні, 18 травня, день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримських татар. З вами була Анна Грибунчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.